Хоха и Чоха отправляются в дальний путь. Два медвежонка, которые до сих пор находились на карантине, наконец готовы к поездке в Карелию. Их откормили, подлечили. У животных начинается счастливая жизнь. Алексей Крипанов познакомился с детенышами. Два очаровательных медвежонка Хоха и Чоха провели в этом карантинном центре больше месяца. Из архангельских лесов малышей привезли больными и ослабевшими. За это время медвежата заметно окрепли, уже не боятся человека и с аппетитом налегают на фрукты. Несмотря на внушительный продуктовый набор и двухместный номер, пусть и эконом-класса, маленькие путешественники перед дальней дорогой все равно заметно нервничают. Были и расчеты. Тише. Это вот у них, да, кто главнее. То есть, в принципе, так они спокойны. Расставаясь с лохматыми питомцами, ветеринары не без грусти рассказывают, как хорошо зверятам будет на воле. Они попали на карантин совсем крохами. Маму-медведицу подстрелили охотники. В корейском питомнике под постоянным наблюдением медвежата научатся сами находить пищу, устраивать берлогу, наберут вес, одним словом, повзрослеют. У них будет 2-3 километра, остров полностью заросший ягодниками, будет очень много ягоды, поэтому первое время, когда они будут расти, у них будет, во-первых, достаточно еды, во-вторых, будет достаточно, ну, обеспечить безопасности. У них есть все шансы дожить до зимы, построить себе берлогу, в конце концов уйти с острова. Компанию Хохи и Чохи пока не составит маленькая Вята. Косолапая красавица, третья воспитанница областного центра, совсем еще ручная и не готова к вольной жизни. Где конкретно малыши поселятся теперь, в питомнике сознательно скрывают, чтобы завтра туда не поехали толпы туристов из Петербурга. Ведь главная задача биологов – сделать так, чтобы звери поскорее забыли о человеке. Все, отлично получилось. Алексей Крипанов, Виктор Худи, Вячеслав Петров и Валерий Савинский. НТВ, Ленинградская область.